Как делать простые быстрые эскизы, которые выглядят как классные открыточки. Смотри результат. Вместе выглядит вот так. Это православная церковь на острове Ватерлоо. В Антарктике, блин. Что я делаю? Рисую скетч этой церкви. Понятное дело, пером звездочка. Потому графика выглядит так утонченно и изящно. Это все достоинство вот этого пера звездочка. Делаю исторический контекст. Перед этим чуть-чуть работаю с фоном. Вот эта тушь виндзоровская, которая дает такой кайф от рисунка. Ее очень слабый раствор. Набрал салфеткой и промокнул лист. Получились уровни темноты. Самый светлый, темнее, еще темнее, декоративней, и центр сам рисунок. Нормальная композа, все выглядит как продукт. Хороший продукт. Уроки по такой и вот по такой графике, вы знаете, на Бусти. Общение в телеге, ссылки в шапке, лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.